Поехали. Итак, пришли нам изделия из Черной пятницы. Это набор компактусов. Два компактуса объемом 1,1 литра и компактусы объемом 440 мл. В одном вы можете хранить спагетти. И здесь есть ставочка, благодаря которой вы можете высыпать одну либо две порции спагетти. И во втором вот такая крышечка. Вы здесь можете хранить масло, соусы какие-то. И удобно очень наливать. То есть клапан не падает, и последняя капелька у вас затечет обратно в компактус. Крышечки взаимозаменяемые. То есть вы можете вот так их одеть, либо вот так. Цена одного набора, если мы их поделим, получается 862 рубля. Далее. Чаша брауни объемом 2,4 литра. 750 рублей цена консультанта. Воздуховлагонепроницаемая крышка, такая мягкая, как вы любите. Бортик, благодаря которому вы хорошо будете держать чашечку. И вот такая красивая мерцающая поверхность внутри и снаружи тоже вот такой дизайн интересный. Вот, у нас есть еще такая же чаша объема 1 литр из предыдущей черной пятницы. И вот теперь 2,4. Кстати, закрывать наши крышечки круглые нужно по кругу. То есть накладываете и вот таким образом закрываете. Если нужно что-то там замариновать, заквасить или сохранить, то выпускаем воздух. Это вы все уже умеете. Следующее изделие. Это вот такая подставка под горячее. Она мягкая, приятная на ощупь. И у нее такое вот вафельное дно, благодаря которой она очень хорошо крепится на столе. Видите, вот прям сдвигается вместе с нашей скатертью. И последнее изделие с черной пятницы. Это вот такой контейнер вместе с терочкой. Здесь вы можете натереть, терка двухсторонняя. То есть, с одной стороны у вас ячейки, позволяющие среднюю такую вот стружечку сделать, с другой такие рифлененькие зазубринки. В общем, вы можете цедру снять, шоколад натереть и так далее. И можно... Так, это у нас... Это. Вот так, да, мы натираем. Если нужно вам сейчас... Если нужно натереть... Да, вот, то есть видно по выемке, то есть как накладывать терочку на основание. Если нужно другую терочку, то вынимаете, меняете наоборот и трете в контейнер. И затем его уже можно закрыть. Крышечка тоже здесь воздуховлагонепроницаемая. Все, это изделие по черной пятнице. И что я вам еще привезла? Смотрите, замесочное блюдо объемом 5 литров. Вот такая чаша. У нее внутри часть матовая, часть глянцевая. Очень удобно замешивать и тесто, и фарш, и так далее. И вот такая снаружи она приятная, мягкая, матовая. И благодаря вот этим вот бороздкам очень удобно ее держать. Крышка тоже здесь очень продуманная. То есть вы можете замешивать тесто, использовать при этом миксер. Сейчас надо вспомнить, как она открывается. Да, снаружи. То есть закрываем крышку. И здесь вы можете работать миксером. Также вы можете закрыть крышечку и перевозить, допустим, тот же салатик или там что-то еще нарезанное. Вот такая удобная чаша. Даже сервировать стол, допустим, на природе, на пикнике. Далее, набор акваконтролей. По той же цене, как у нас обычно стандартный тут аквоконтроли. Самый маленький объем 500 мл, дальше 1,3 и 2,1 литра. И вот посмотрите контейнер, который я вам обещала. Контейнер для салфеточек. Вот такой интересный. То есть вы можете использовать для влажных, для сухих салфеток. И основание этой салфетницы точно такое же, как в системе холодильник. То есть вы можете менять крышки. Да, они, конечно, по цвету не очень гармонируют, но если вам важнее функциональности, если у вас мало влажных салфеток, или вы ребенка даете в школу, да, то вы можете одеть эту крышку на маленький систему холодильника, которая сейчас по спеццене в сентябре. И также ребенок может пользоваться сухими влажными салфеточками. Вот, все. Такая у нас программа.